Здравствуйте, друзья. Пятница. Как говорит моя внучка Саша, подхватив это у бабушки, значит, из Беларуси, говорит, пятница не работница. Но, в общем, да, сегодня у нас такая пятница, не напряженная. Придет Таня Богданова, мы с ней запишем ответы на ваши вопросы по поводу виз где-нибудь так через пару часиков. Ну что у нас в стране происходит? В стране у нас так, по мелочи, сегодня Хиллари Клинтон должна будет объявить своего вице-президента. На самом деле у них конференция начинается, демократической партии, на следующей неделе. На этой была республиканская, на следующей будет демократическая. Вот, и там утверждать надо будет обоих, да, то есть они должны будут утверждены съездом, поэтому надо назвать человека, назначить. Вот, я честно сказать, не думаю, что это какое-то глобальное такое значение имеет, но все равно интересно. Это может быть две женщины, например, понимаете, вот это женщина и женщина, или там может мужик какой-нибудь интересный. Ну посмотрим. Вообще это интересно. Они обычно стараются кого-то такого подобрать, кто бы усилил позиции привлекательностью какой-то своей. Ну, например, скажем, если они хотят привлечь латинос, они могут взять кого-то с латинскими корнями, там, мексиканскими, кубинскими. Если они хотят привлечь, там, скажем, афроамериканцев, это может быть афроамериканец. Конечно, в идеале они могли бы взять так, чтобы это была женщина, раз, черная, но из Латинской Америки, испаноязычная, и там можно ей добавить, допустим, что лесбиянка. Вот тогда уже полный букет будет как бы привлекательности. Вот. Или там трансгендер, там, чтобы народ прочувствовал. Ну, в общем, не знаю. Я утрирую немножко. Значит, что там еще происходит там? Так вроде тихо. Сегодня с утра прочитал про стрельбу в Мюнхене. Я бывал в Мюнхене, там дней 10, наверное, прожил. Мы со Светой путешествовали, там как-то ездили на пивной фестиваль, Октоберфест. Мюнхен — потрясающий город и на Киев чем-то похож, как ни странно. Вот вьющиеся такие, знаете, растения вдоль стен. Очень симпатичный народ, очень симпатичный, милый. Да. Впереди у нас выходные. На выходных у нас будет два, как минимум, сюжета, которые я так уже предвижу. Первое — в субботу у нас ребята знакомые, вы их видели у нас на канале, они кемпинг такой устраивают на берегу океана, недалеко от Санта-Крус, там в стороне немножко. Вот, мы поедем с ними, там денек проведем на этом кемпинге, поснимаем. Ровно год назад мы с ними же уже снимали, вот примерно на этом же кемпинге. Ну, так уже все равно, значит, заснимем. Это примерно те же самые ребята, что ездили с нами на Карибы, там на круз и так далее. Вот эта компания. Потом в воскресенье у нас, хочется сказать, читательская конференция. Я пару раз снимал сюжеты о клубе книголюбов местном, вот, Кремниево-Долинном. Вот этот самый клуб книголюбов соберется с тем, чтобы обсуждать, значит, мой литературный кирпич, вот, который вы все знаете, я надеюсь, а те, кто не знает, могут посмотреть в описании к любому из видео последних, после выхода в свет кирпича, могут посмотреть, там ссылочка будет, там про историю нашей адаптации. Вот, и так как-то вот народ будет обсуждать. Я думаю, что мы там тоже заснимем, Света будет на камере. Не знаю, какие-то там истории, но может какие-нибудь воспоминания пойдут. Я даже
даже не могу сказать толком, никакого понимания того, что там будет, у меня нет, но я надеюсь, что что-то я сниму такое, что будет интересно смотреть. Вчера у нас вот молодой человек Кирилл оказался пионером представления работ на конкурс к 100-тысячному нашему подписчику. И я не могу сказать, что вот там соотношение лайков и дизлайков какое-то уж очень хорошее, так. Но могу сказать, что по комментариям очень здорово. И так народ поддержал и очень тепло принял. И паренек совершенно замечательный, такой симпатичный. Я, честно говоря, я думаю, может, я не внимательно смотрел, но я не понял, где он живет. Так как-то вот все это было. Вот то, что Кирилл, то, что 20 лет, понял, а где он, собственно, находится, не понял. Вот. Ну, может, кто-нибудь подскажет. Может, он сам подскажет. Я хочу Кириллу пожелать, чтобы он, раз такой там преподаватель английского, можно сказать, вдохновенный, чтобы он какие-то сюжетики делал у себя на канале. Это тема потрясающая. Востребованность невероятная. И у него будет возможность выйти за пределы узкого круга учеников. Выйти на аудиторию, которая практически безгранична. Вот, поэтому я думаю, что вот это было бы правильным направлением для парня. Тем более, что он у нас такой промоушен такой получил. Вот, так что было бы неправильно так вот не воспользоваться. Но я, ну, да, пока мы с вами сейчас вот беседуем, я еду тут по дорожке, а в это время Светлана снимает видео с Анной Гак, которая у нас вот рассказывала про разные состояния. Они беседуют о чем-то таком, не знаю о чем. Я только вот вижу, там беседуют, и пошел на работу. Мы осваиваем новый инструмент для проведения интервью, вот таких удаленных, ну или так, конференций, можно так, в более широком плане. Штука эта называется Zoom. И пишет в хорошем качестве. Причем, в отличие от Skype, например, у этого приложения заложены уже возможности записи видео. То есть это как-то органично очень получается, легко, просто и так далее. Единственное, что там, если брать бесплатную версию, то там ограничение по времени 40 минут. С другой стороны, ну где же это нужно больше 40? Вот. С третьей стороны, ну если нужно больше 40, значит, остановись и там запусти новую сессию, и будет тебе еще 40. Поэтому я вот вам очень как бы рекомендую обратить внимание, если кому-то нужно, или там кто-то из ребят, там блогеры. Вы сейчас можете посмотреть видео, я надеюсь, что сегодня мы его повесим. Там, наверное, нужно будет свете немножко подредактировать, потому что какие-то остановки там были. Что-то со связью, не знаю. Вот, поэтому вот выйдет, и вы посмотрите, как это выглядит с этим самым зумом. Там хороший такой HD, там 1080 он пишет. Потому что когда я в скайпе, например, записываю интервью, то мне приходится в скайпе записывать с помощью Camtasia, или там как Camtasia люди называют. Значит, и лучше, чем 720 разрешение, у меня никогда не получалось. Может быть, там и не положено ему больше. Не говоря уже о том, что там как-то медленнее все происходит. То есть сам Skype тоже ресурсов много жрет. В общем, мне кажется, что мы наткнулись на такое хорошее решение для съемки людей на расстоянии. Вот так, вместо Skype. Единственное, что софтвер надо установить. Не то, что там это как-то сложно было или какие-то там проблемы, но тем не менее. Значит, если вы пойдете в Google и наберете в поиске Zoom, он вам сразу несколько там предлагает
возможностей там, дополнительных слов. В частности, вот там выскакивает Zoom Conferencing. И вот этот вот Zoom Conferencing, это как раз то, что вам надо. Вы сразу попадаете на сайт этого Zoom, я не помню, как он там, Zoom US, там не могу сказать. Вот, и там все это дело можно оттуда качнуть. Ну вот, наверное, такие наши новости. Тем более вы видите, что мы прибыли на работу. А у нас тут интервью сегодня какое-то массовое проходит. Из всех офисов народ повыгоняли, включая меня, кстати. И я где-нибудь там на кухне, может, засяду. Я еще не знаю, где я буду записи проводить. Но я взял с собой лэптоп, чтобы у меня было на чем там видео сделать. И давайте я поверну, чтобы вы не думали, что я от вас прячусь. Вот, у меня с собой есть лэптопчик, и мы туда все загрузим, смонтируем и подгрузим на канал. Вот такой, можно сказать, план на ближайшие пару дней и на сегодня. Счастливо!